Приветствую всех дачников. Сегодня 10 июля 2021 года, Центральная Украина. Жарко у нас сегодня, неимоверно. В тени плюс 41. И сегодня мы приехали на дачу, проходя, инспектируя, естественно, все свои растюхи, заметил вот такую вот вещь. Как вам показать, чтобы было хорошо видно? Это у нас называется спарыш. Вот смотрите, на листьях заметил вот такие вот пепельный налет светлый. Он немножко стирается. А это значит, что в такую жаркую погоду, еще плюс вот такой вот налет белый. Кстати, спарыш, он вроде бы как бы и бурьян, и не плодоносит, и вообще бесполезный для дачника, садовода, но как бы как для виноградаря очень полезная травка, сорняк, поскольку выступает хорошим индикатором появления на нашем участке аидиума. Если вы тем более не хотите пользоваться химией, особенно стараетесь вырастить органический виноград свой, чистый, без химии, тогда я вам посоветую вот такой вот препарат, как коллоидная сера. Это фунгицид в виде порошка. Я в прошлом году показывал это видео, но сейчас хочу напомнить и тем более немножко чуть-чуть дополнить. Вот такие вот гольфы. Вы помните, знаете, особенно с советских времен девушки, женщины, продавались они, был большой дефицит. Я в прошлом году нарезал их из таких чулочки весь серединки и целые. Вот я не вытряхивал, он пустой. Это значит, отсюда сера испарилась. Здесь немножко осталось. Итак, хочу вам показать весь процесс. Берем коллоидную серу, благо она очень недорогая. И обрабатывать ее можно, виноград от аидиума. Правда, остается некоторый налет, такой соответствующий цвету коллоидной серы. Вот коллоидная сера на ягодах. Это всего лишь косметические неудобства. Ничего на организм вроде бы не влияет. По крайней мере, я не считал подобного предостережений. Вот, еще немножко пылит. Осталось тут буквально вот на дне с прошлого года. Засыпал и в каждый чулочек где-то по ложке, вот так вот. Как она работает? При такой жаре сера испаряется, ее пары воздействуют на споры аидиума, тем самым подавляют ее, не дают развиваться. Ну а если вы тем более услышали на своем винограднике запах селедки, такой не очень приятный, будьте уверены, аидиум у вас уже на винограднике есть. Если вы начинающий виноградарь и ищете какой-то маркер, какие-то показатели присутствия аидиума у вас, знаете, вот спарыш и запах селедки на винограднике – это явный признак, что аидиум у вас уже есть. Если вы, допустим, на даче бываете очень нечасто, тогда для вас спасение – химия. Препараты противоаидиума достаточно много, и выбор большой. Ну а если вы хотите вырастить, как я уже говорил, органический, чистый, без химии виноград, тогда для вас помощь коллоидная сера. Вот. Набираете и развешиваете эти мешочки на видное место, на виду, к солнцу. Солнце воздействует на серу, она испаряется. И вы обязаны сидеть, ну, желательно бы сидеть дома, не выходить на виноградник, где висят эти нагревающиеся мешочки от солнца, хотя бы где-то 3 дня. Почему? Потому что я давно вам говорил об этом, поскольку сера может воздействовать на дыхательные пути, раздражать, и потом очень неприятные ощущения после этого. Так что планируйте свою вот такую вот манипуляцию, подвешивайте мешочки,
на солнце. И на 3 дня можете даже это сделать перед тем, как будете уезжать с дачи. Я все не буду при вас наполнять. Вот две штучки сделал. Пойдемте, я вам покажу, как я это все делаю. И еще помимо запаха и налета на спарыше, на листьях индикация на присутствие найдема. И такой же сажистый пепельный налет на листьях. Ну и на ягодках могут быть такие ягодки, все покрыты таким тоже пепельным налетом, с небольшими такими, как малюсенькими сосульками. Итак, насчет мешочка. Выбирайте постоянно прогреваемое место. Сейчас уже у нас солнце садится, но тем не менее здесь солнце присутствует. Некоторые сорта или сортоформы, гибридные формы, склонны. Вот как у меня гурман ранний, вот Виктор, вот как вот гурман ранний. У меня так опылился. Поэтому я вешаю тоже непосредственно у него. Ну и так далее. Навязываете, вешаете. И идем к вам не прицепится. Если вам понравилось такое коротенькое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.